На Западе реакцию России на беспардонные санкции многие уже и моделируют. Например, экс-советник президента Рейгана по экономическим вопросам, а ныне яркий публицист Пол Крейг Робертс пишет следующее. Допустим, российское правительство объявит, атаки на рубль носят политический характер. Раз вы, ребята, бьете по нашей валюте и доставляете нам столько хлопот, мы решили не перечислять очередной платеж в погашение своего долга, срок которого наступает в начале 2015 года. Европейская банковская система рухнет, потому что входящие в нее банки чудовищно недокапитализированы. Для некоторых из них кредиты России поглощают весь основной капитал. России даже дефолт объявлять не придется. Достаточно просто сказать, мы не намерены платить в этом году. Сделаем это позже, когда рубль стабилизируется. Пол Крейг Робертс видит уязвимость западной мировой финансовой системы и в колоссальном объеме деривативов, то есть ценных бумаг, выданных под другие бумаги. Деривативы – многоступенчатые финансовые обязательства, которые и не всегда известно, где начинаются. Не секрет, что объем сегмента деривативов многократно превосходит мировой ВВП. В действительности никто не знает, кто все эти контрагенты. Если европейские банки начнут тонуть, кто сможет предсказать, как это скажется на всей громаде деривативов? Вся западная система не более чем карточный домик. А теперь о самом большом черном лебеде. Если Россия окончательно выйдет из себя, ей будет достаточно просто сообщить европейским правительствам, что природный газ и другие энергоресурсы странам НАТО больше продаваться не будут. Следствием этого может стать окончательный и полный крах альянса. Даже марионеточное государство наподобие Германии не решится позволить населению замерзнуть насмерть, промышленности остановиться, а безработице перевалить за 40%. Этого просто не произойдет, а с НАТО будет покончено. Так что, когда Россия решит разрушить НАТО, ей стоит просто позвонить европейским марионеткам, Меркель, Оланду, Кэмерону, и сказать: «Вам, ребята, так славно живется в НАТО. А мы тут, знаете ли, решили энергоресурсы членам НАТО больше не продавать. Это конец НАТО и американского».